В общем, мы прибыли. Мы в Италии. Пахнет здесь нормально. Мы идем по какому-то мистическому маршруту, на самом-то деле. То есть мы ничего не понимаем. Карта, простейшая карта. Она не работает вообще в этом городе. Ты идешь в одну точку, ты окажешься противоположной. Как бы ты ни вел отчет, у кого бы ты ни спрашивал. Вон маленький мостик, он нам нужен. Чисто логически мы завернули вот туда. Мы в Пизе. Отличное, бодрое, солнечное, теплое утро. Моросит! Моросит! Я смерзла, я к цуцик. Честно говоря, сбились, ну что это, какой город. О, солнышко! Благословение, что зашло. День рождения. День рождения, да, в этом году. Мы поели в Макдональдсе, надо срочно скидывать, короче. Короче, иди курс. На этой брусчатке можно сломать ноги. Мы уходим в закат. Уходим в закат. Для небольшого рюмочного завершения нашего вечера. Пьяная, не творческая мать. Я понял. Одна бутылочка сидра. Я тоже уже вся. На голодный, уставший желудок. Извините нас, пожалуйста. Ну как на голодный? На голодный. Мы нашли нормального итальянца. Вы понимаете? Нормального, единственного нормального итальянца. И Fuck this shit. Мама знает? Мама знает. Мама знает, а моя нет. Элизабетта, Италия. Они там ругаются за тебя. То чувство, когда водители ушли, мы одни на... Это просто полностью наш автобус. Возьми у него интервью. Ты журналист, давай. На палец. Рим. Эстетический стиль. И ритм. История исходила именно в Круто, блин, у меня просто слов нет, потому что я так скучала по этому месту.